Доброго времени суток, друзья! Всем здравствуйте! Сегодня вашему вниманию два больших разделочных ножа на охоту. Вепри. Ну, практически в одинаковом исполнении, разница только в декоративной ставке. Погнали смотреть. Итак, на клинках обоих ножей сталь АУС 10 Кобальт. 60 единиц термообработка. Сталь производства КНР. По своим характеристикам коррозионно-стойкая. Ну, как мы с вами называем, нержавейка. Спуски классические на разделку, 2/3 и небольшое фальш-лезвие реализовано. Как я неоднократно говорил, на мой взгляд, 2/3 на грубую разделку для тяжелых работ самый оптимальный вариант. Финиш клинков полировка. Рукояти на обоих ножах из черного граба и декоративная ставка акриловый композит. Обработка, как всегда, масло Даниш. Больстер, наборный, дюраль с G10. Темлячок, бусина, все как всегда присутствует. По размерам, давайте вот на примере сразу первого ножа. Длина 270, клинок 155, 28 ширина, 3,5 в обухе. То есть клинок достаточно массивный для тех, кто предпочитает в умелых руках. Отличный нож также будет для добора. Первый красавчик. Есть. Второй нож, друзья, по исполнению, как вы сами видите, все абсолютно аналогичное. По клинку, по геометрии, по спускам. Рукоять также черный граб. Здесь акриловый композит другой. Ставка. Ну, то есть, смотрите, кому какой понравится. Нож действительно очень хороший. Кто предпочитает клинки помассивнее, ваша тема, друзья. Не только на разделку, как вариант туристического ножа, да, для тяжелых работ. Где-то что-то по ветке рубануть, пожалуйста, без проблем. А так вот для охотников очень отличный, оптимальный вариант. Конечно, понимаю, возможно, сейчас у нас появятся в комментариях охотники, профессионалы. Я удивляюсь. У меня такое ощущение, вот все охотники, вот понравится, не понравится, скажу, профессионалы в кавычках, только в Ютубе сидят в комментариях. В лес, наверное, не выходит совсем. И каждый мне старается написать, что нож сделан неправильно, нужно сделать вот такой-то. Вот у меня там был при Союзе, где-то у кого-то от папы, от дедушки. Но самое смешное, вот за все время написания таких комментариев, мне нож прислал один единственный человек. Фотографии ножа своего, точнее, нескольких ножей. Я не помню сейчас по нику, но мы с ним пришли к выводу, что самые удобные похваты рукоятки от северного типа. Якутские, манси, да, или как на ножах север у нас. Вот. А все остальные только пытаются писать комментарии. Ну, вы, как говорится, пишите, бумага все стерпит, а люди будут работать вот такими красавцами. По стоимости, друзья, 4200 рублей. Вот такой нож. На момент выхода ролика оба ножа будут, естественно, в наличии. С ножными, как всегда, будут кожа, теснение, два подвеса. Все как обычно. И вот так будут сидеть ножны. Друзья, в ножнах сидят плотно, говорю сразу. То есть, когда получаете, вынимайте, пожалуйста, аккуратнее, а то можно пальцы обрезать. Пожалуйста.